Традиционный ежегодный районный турнир «А ну-ка, парни», приуроченный к началу весеннего призыва, прошел 15 апреля на базе спортивного комплекса города Невельска. Молодые люди до призывного возраста, представляющие учебные заведения и клубные формирования, могли продемонстрировать свои спортивные навыки, силу, ловкость, интеллект, умение работать в команде и добиться победы в этом турнире. В этом году в нем приняли участие команды «Сокол», средней школы номер 3 города Невельска, «Морские волки», «Сахмар-колледж», СПЦ, Сахалинский политехнический центр номер 5, «Храбрецы», клуб села Колхозная, «Динамит», средняя школа номер 2 города Невельска и «Витязь», средняя школа села Гранзаводска. Компетентное жюри в составе представителей профильных отделов администрации Невельского городского округа, военного комиссариата, службы в городе Невельске под председательством вице-мэра Владимира Копылова оценивали выступления конкурсантов. В конкурсе «Визитка» ребятам нужно было представить название и девиз команды. Название «Динамит». Мы спортивные и классные, мы чуть-чуть опасны. Кто сегодня победит? А вот кто из них оказался сильнее в физическом плане, показали испытания по подтягиванию на перекладине, отжиманию от пола, жим 16-килограммовой гири упражнением на пресс. С этими заданиями неплохо справились команды школы номер 3 и ребята постарше из мореходки и СПЦ. От степени владения знаниями по истории и военной тематике зависело, как команды справятся с вопросами викторины. Командный дух, взаимовыручка и сплоченность ребят пригодилась при выполнении интересных и веселых заданий спортивной эстафеты. По количеству набранных баллов тройка победителей выглядит следующим образом. Первое место у команды «Сокол» средней школы номер 3 города Невельска. На втором команда «Морские волки» Сахмар-колледж. На третьем СПЦ Сахалинский политехнический центр номер 5. Да, конечно, довольны. Мы победили. Мы на это и рассчитывали. И это случилось. Хотя главными соперниками было «Бурса» Сахмар-колледж. Дух боевой наш. Командный, из которого мы очень сильно трудились, занимались. Если бы каждый друг друга не поддерживал, мы, конечно, бы такое место не заняли. Виталий Бойко, Невельские новости.